И там же в Черкассах депутата облсовета от радикальной партии, которого только вчера взяли под стражу, сегодня отпустили под залог в 3 миллиона гривен. Прокуратура обвиняет Александра Короткова в злоупотреблениями служебным положением. По версии следствия, в 2008 году он переоформил государственное предприятие «Тальное хлеб», где работал директором, на свою частную фирму. Компания, которую оценивают в 55 миллионов гривен, оказалась в руках радикала незаконно. Несколько дней назад депутату сообщили о подозрении. Гособвинитель настаивал на залоге, равном стоимости актива. Но судья почему-то решил, что и 3 миллионов достаточно для того, чтобы подозреваемый не скрылся. Это не проблематична сума для особи, яка займається, грубо кажучи, там все життя бізнесом. Да, і якщо аналізуючи знову ж таки декларацію, подану ним за 2016 рік, то це для нього взагалі дуже маленька сума. І немає ніякої проблеми внести 3 мільйона гривень. То чому ж ми і просили, що для виконання ним обов'язків, які поклав на нього суд, йому потрібно більшу суму застави визначити, а не таку малу, як 3 мільйона гривень.